Ох, ебать. Ебать у меня лаги, пацаны, пиздец. У меня тоже пинг скачет. У меня охуеть, у меня вообще герой не слушается. У меня 300 плюс. Походу 300, а, не. Все нормально. У меня подлагивает. У меня 107. 120, блядь. Да, то же самое. У меня 120. Ебать турниры, чисто как внимали, блядь, учились. Вот это пинг. Не, ну это тест. Давай эту хуйню заберем на реке. Не, у меня сейчас фу-фу не сгладится, нормально. Угу. Батанг с Леомордом внизу у нас. Мне кажется, на нас сейчас толпой заедут. Пойдем лес так, заберем. У меня батанг с Леомордом пропали, скорее всего монетку забирают. У нас на миду все пропали, так что аккуратнее. Они у меня здесь лес фармят. Какие-то задержки. Давайте сместимся, идем захуярим ее. Блять, такие лаги, я ебал. Не, все обратно. Ну вот мы про это тебе и говорили, то что если на другой сервер киданек, могут быть лаги. Походу, блять, на другую галактику кинуло. Так, плюсую, нереально играть. Я жму кнопку, а у меня слушается, блядь, ребята, спустя... Ребята, дайте быстрее, Леоморда. Да. А, ушел уже. Спустя Леоморда секунду. Ушел от меня. Уходи, уходи, заряжай. Нет, судя, блин. Нормально. Жесть. Боже, кнопка рандомно дается. Вообще рандомно. Не, ну если еще ульту, я, конечно, попаду в замесе. А есть у тебя какой-то контроль на героя? Ебани кнопку там. Бля, не управляется герой. Просто нереально контролить. Вот у меня герой через минут 10, как команду дам. Долго думал. Параметры кинул вообще. А можно как-то забанить этого долбоеба, у которого ник с запрещенными словами? Чтобы его, блядь, выкинули нахуй из проекта. Осуждаю, блядь, я там для твича помарочку сделаю, осуждаю ник чела из вражеской тимы. Не одобряю. А, ну. Меня шотают. Типа, меня шотают за секунду, а чтобы заставить героя двигаться, надо, чтобы 2 секунды прошло. Вот-вот. Охуенно. Да, кнопку прожимаешь, он через секунду. Я пойду мид отпушу. У нас мидер вышел. Не-не-не, уходи. Пингует вообще жесть. Не, это невозможно играть, серьезно. Ну давайте попробуем, давайте даже с такой хуйней попробуем. Похуй. Просто играйте, не стойте АФК. Ну, ясно, конечно. Это уже крайне место. Атлас, не чини, Атлас. А че тут ты? Да блин, я 10 раз нажимаю на кнопку. Мне интересно, у них лагает или нет? Я думаю, нет. По-любому нет. Я думаю, нет, потому что они двигаются очень
Хорошо. Надо было дальников всех взять. Ну, на миду уже тавр упал. Я раздамажил крипы, допушили, походу. А, у них, да. Да не поменяется. Да похуй, мы их с таким логодромом их трахнем, блядь, не ссыте. Давайте синьку. Так, ребят, я тпшусь. Добрый. Самый охуительный турнир, блядь. Мне просто интересно, на каком сервере мы играем? Мы где-то, блядь, в каком-то среднеокеанском, блядь. Куда-нибудь через 2G, нахуй, через спутниковую связь, блядь, нас подключило. А там еще, блядь, через 3 роутера, нахуй, через Wi-Fi сервер работает, блядь. Оп! Сюда, дружище, блядь, куда ты лезешь? Здорово, нахуй, хорошо! Вот эту дуру на лоу хп допиздить. Хорошо. Третьего, блядь, четвертого нахуй. Сейчас застаню. Сюда его нахуй, блядь. Команда, блядь, логодром. Я придумал название нашей команде, пацаны, логодром. Ебучий логодром. Сюда, блядь. Последнего нахуй, завози его. Хорошо. Вот эта ёбка, блядь, пошла нахуй. Чё, проф, это твой первый салага? Да. Починил тебя. Спасибо. Так, блядь, тут лучше отойти. А, не, пизды ему дать надо нахуй. Если я выживу, конечно, а я не выживу. Надо было отойти. Бэкайте, парни, там все. Бля, если бы мы сейчас не отдались, было бы неплохо, а так у них перекач... Ой-ой-ой, какие тычки летят. У меня есть ульта, я могу ворваться. Разойдитесь, меня нету, пацаны, куда ворваться нахуй? Мадам, ворвёшь. Сейчас я подойду и ворвемся. Давай, поехали, поехали. Так, парамис, снежок, ульту. Отлично. Бля, меня закрыли в барьере. Все. Я умер. А, не, я живу. Живу, нахуй. Минус 2. Не, проф, это твой клон. А, ладно. Это твой клон от ульты фармиса. Я первый раз вижу, нахуй, такого героя вообще в жизни. Нет, в смысле, от чьей ульты ты сказал? Вот Парамис, он ульту прожимает, образуется область, а если кэри, союзники в ней кэри, побегают, лансил... А, бля, наш, что ли, я понял. Я думаю, я ищу во врагах. Нет, это наш. Ладно. Короче, как душелов типа убивает. Я понял. А я могу? Я могу ультить в душе или нет? Меня, походу, не слышно. Не, тебя слышно. Так, парни, подождите, я бэкну. А, вы просто заигнорили. Да КД, 5 секунд. Бля, я не могу управлять нормально героем. Дрочь. То, чего мы боялись больше всего. Мне стабильно 108. 120. Ну похуй, мы и так можем выиграть. Вон, смотри, продается, дебил. Не, просто он уйдет. Конечно, не уйдет, блять. Я за ним в погоне, нахуй. От меня не уходит. Все, бэк, не надо. Там с мида идет хуйня снизу. Нифига себе.
Блять. Нормально, долбоёб без лагов чилит. Уебан. Дайте мне нахуй 20 пинга, я его в рот выебу. Но они нас не сильно перекачивают. Пока не восстановилось. Он не восстановится, скорее всего. Он прыгает. С пингом сейчас нормально. Так. Лошадь ебаную оформить хорошо. Аккуратно там с синего. Бля, Ланселот меня ебет. 9-1. Не, ну для таких лагов я еще неплохо разыгрываю. Нормально, Аптаур приехал. Сейчас еще патроном подеремся. Пошла заливочка. Ну бегают хуесосы, вот очевидно не лагают у них. Подождите, подождите, 5 секунд, я ворвусь. А у меня ульты нету, не надо врываться, подожди. 10 секунд, когда ульты. Понял. А там, там керри с освобождением, блядь. Там керри с освобождением. Да блин, да чё? Бля, и находится же в чате эксперт, который начинает выебываться про ульт без щита. Чел, ты этот пинг видишь? Ты видишь, что у меня кнопки с задержкой 2 секунды работают? Какой нахуй ульт без щита? Если мне сбивают в замесе щит, я не могу его прожать повторно. Потому что пока я его нажал, блять, и он среагирует, проходит 2 недели. Вот оно рандомно отпускает, а сейчас нет лагов. А сейчас есть. И хуй ты что с этим сделаешь? И, кстати, это проблема у них уже давно, и они типа сделали... Они типа говорят то, что решают, но ни разу не заметил, что они что-либо... Добьешь? Хорош. О, Парамис красавчик. Парамис, выкачивай в урон его. Блять, она за мной гонится, это хуйня, хелп. Можешь меня засейвить, пожалуйста, хоть раз? Пиздец. Ладно, некому сейвить. Не, ну если у них такие турниры, то я хуй знает, как на них побеждать. Мы проебали просто из-за лагов. Просто неуправляемый герой, просто задержка 2 секунды на любом управлении, ты нажимаешь... бежать назад, герой продолжает бежать вперед, потом через секунду разворачивается, тебя уже отхуярили. Там у челов не лагает, здесь лагодром. Мы вроде выигрываем даже замес, даже учитывая наши лаги, а все равно проебываем катку, потому что ебаная контора не может сделать сервера нахуй нормально. Почему, сука, украинцев, белорусов и россиян кидают, блять, в какую-то пизду мира, где, блять, на другой континент нахуй с пингом 300 тысяч, блять, ну что это за хуйня, блять? Как играть, блядь, в эту хуйню? Контора вообще в курсе, что у них такое происходит?